Сепаратист Давид Бабаян, называющий себя, в кавычках, министром иностранных дел несуществующего государства, считает, что не следует привязывать урегулирование армяно-турецких отношений и переговоры по армяно-азербайджанскому мирному договору к вопросу статуса. Передает Азиас. Отношения с соседями действительно необходимо развивать и урегулировать. Но есть красные линии, которые нельзя пересекать. Мы много раз говорили, что и урегулирование армяно-турецких отношений, и переговоры по армяно-азербайджанскому мирному договору не должны предопределяться статусом Арцаха, потому что никакой статус в составе Азербайджана не может обеспечить права, свободу и будущее Карабаха. Бабаян заблуждается. Впрочем, это его обычное состояние. Права, свободу и будущее Карабаха определяет и обеспечивает исключительно Азербайджан. За годы оккупации сепаратисты доказали себе и миру лишь одно. Они не способны ни к какому нормальному развитию и региональной интеграции, превратившись в сборище террористов, разоряющих чужие земли. После освобождения земель Баку не только восстанавливает территории, мы предлагаем интеграцию и развитие армянам, даем им реальный шанс на то самое будущее, о котором так беспокоится Бабаян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.